Вот такое утро доброе, нахуй, Новокузнецкий, ебать. Пьяный человек идет по Новокузнецкой. Володька. Я не Володька, я Владимир! И очки, куртка мне твоя тоже не нравится. И мне не нравится твой... Володька. Чё? Все нормально, Володька? Я Владимир, нахуй. Ты не Владимир, ты Володька. Я Владимир! Сука, да ну нахуй. Просто идет. Бах. О, вот, знаешь, я что здесь у нас? Да. Пойдем, пойдем. Пиздец. Володька. Я не Володька. Я! Нахуй не буду орать. Стоматология, ебать. Пойдем зубы выдирать. Я Владимир! Подожди, я куртку за сегодня холодно, пиздец, не замерз его. Заменись вообще. Пахнет пицца нахуй. Пицца заебись, да. Пахнет заебись. Ты пьяный? Не, я хули не бухал, его от нахуй надо вообще. О, пацаны подъехали. О, стоят двое. Ну все, пойдем к ним. Если я бить буду, я тоже буду ебашиться вообще. Прям до того отвечаю. Пошли. Раскиз, да? Здорово. Миша, здорово. Ну, показывай, Миша. А, что, не отдал, что ли? Что, он вообще рабочий, ебать? Да, у него хочу. Ну, конечно, порожняк, что ли, врубали, что ли? Через кого нельзя посмотреть. Ну, можно через машину посмотреть, потому что тут лампочки возьмут. А, да, ебать.